В Казанском федеральном поднят на рассмотрение широкий круг вопросов, посвященных направлениям взаимодействия Европейского союза и Евразийского экономического союза в современных условиях. Все эти темы были детально изучены на состоявшейся в КФУ международной научно-практической конференции под названием «Региональные аспекты интеграции. Европейский союз и Евразийское пространство», которая начала свою работу в Казанском федеральном 11 декабря. Организаторами данного мероприятия выступают юридический факультет КФУ и Центр превосходства Жана Моне в области европейских исследований. Проблематика, которая на сегодняшний день становится все более актуальной в связи с тем, что на интеграционном пространстве Евразийского экономического союза рассматривают возможности взаимодействия с Европейским союзом, ну и, соответственно, Европейский союз тоже оценивает те процессы, которые происходят в рамках Евразийского экономического союза. И вот мы постарались совместить эти площадки, как экспертную площадку создать свою, чтобы они могли пообщаться, да, чтобы можно было найти точки соприкосновения. Работа конференции организована в 4 сессиях, на которых обсудят политические и правовые проблемы интеграции в Евросоюзе и на евразийском пространстве, работу международных судебных институтов и не только. В конференции принимают участие представители Евразийской экономической комиссии, сотрудники представительства Европейского союза в Российской Федерации, Министерства иностранных дел России и другие. Работа конференции продлится до 12 декабря включительно. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.